Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы на канале Сибирский Конюх. Сегодня я расскажу такую новость небольшую, которую завтра предстоит для меня. Ну и для вас тоже, дорогие подписчики. Вы увидите это своими глазами. Я засниму. Итак, завтра 5 сентября 16:00 по новосибирскому времени в город Искитим, ну и в сам Новосибирск, город Бирск, приезжает Роман Яковлев. Это кандидат в губернаторы Новосибирской области, о котором вы можете посмотреть видео, которое у меня внизу. Вон там, да-да-да, вон там. Вот. Там вы можете посмотреть, узнать, кто это такой, что он из себя представляет. Так вот, он приезжает завтра не один. Он приезжает с известным блогером России. Те, кто поняли, минута молчания. И напишите свои предложения внизу, кто это. Итак, я подожду. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, это ответ Николая Бондаренко. Он тоже является членом КПРФ, сидит в Государственной Думе, также параллельно занимается блогингом. И вот, завтра он приезжает к нам сюда. Я-то как член КПРФ не могу так пропустить, ну, иду навстречу и к Роману Яковлеву, и к вместе с Николаем Бондаренко. Сделаю вам фотографии, могу снять видео, и обязательно, 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 вот сейчас внимательно слушайте, пишите вопросы свои в комментарии, что бы вы хотели задать Николаю Бондаренко. Я сниму видео и от вашего имени их задам. Это будет в 5 часов 5 сентября. Примерно видео я опубликую 8 вечера. 5 сентября 8 вечера. Так что все, кто хотят задать вопрос Николаю Бондаренко и будущему, я бы так сказал, губернатору Новосибирской области Роману Яковлеву, пишите в комментариях. Я на видео засниму, возьму у него интервью. Да, у нас через пару дней уже в Новосибирской области стартуют выборы, которые пройдут в 3 дня. Плюс ДЭК. ДЭК – расшифровка дистанционное электронное голосование. Посмотрим, как народ доверяет КПРФ. И как он доверяет Единой России. Посмотрим, кто пройдет, кто не пройдет. Да, те, кто за КПРФ, с вас лайк, подписочка. Так что вот так вот. Все, кто смотрит меня, вам спасибо, респект большой. Следите за моими новостями, завтра будет очень весело. Обязательно напишите комментарии, какой бы хотели бы вопрос задать Бондаренко, Николаю Бондаренко. Всем всего хорошего.